железнодорожный мост. Опять дрын-дрын-дрын-дрын. Где-то наш дворик. Thank you.
праворульник, мой ровесник, старый Фрич. Такое было, а, подруга? Режим записи.
Ребята, двигаюсь в сторону Иркутска. Далеко до наш дворик. Такая стоянка есть. Никто не знает. Что-то глюкануло, дружище. Лет, наверное, 5 тому назад такая ужасная дорога была. Асфальт времен Советского Союза, весь потрескавшийся, рассыпался. Тряска была просто.
купаются, река белая, трещится с правой стороны. А что не купаться, температура 26,5.
похоже. Реверсное движение. Один более быстрый маршрут.
Все поедут на объезд. Thank you.
52,50. По-моему, самое дорогое. Пока. Кемерово 47,200. Пробка непонятна. Thank you.
Так, в канале вот к аварии подъезжаешь в сторону края Дюша. Слушай, приезжай встречку, я пойду, я тут не габарит, не влезу между ними. Дальше подойду поближе. Примерно где сейчас ты есть, там и стой. Езжай, давай, поближе, тут еще место нормально. Мальчики. Да-да, она подковает. А они проходят, ты выдвигаете, а я встану. Спасибо, коллеги, удачи тебе. Хорошей дороги. На объездной Иркутск надо будет, наверное, искать место привала. Движение в Усолье-Сибирском кладбище ищите. Давно вот такой пробки не стоял. За них, что ли, пробка была, блядь.